Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон дорогого стоит. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот сможет дойти. Ну и вообще, сможет ли. И вот потеря в центре поля. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. И арбитр игры готов, включается с первой минуты. Никаких нарушений сегодня он позволять не намерен. Уилшер. Все время перехват, можно перевести путь. Лукаку. Из-за боковой будут бросать. Возвращает мяч партнеру. Они нарушают правила, и судья останавливает игру, естественно. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Теперь бы еще и попасть. Угловой удар. Сабалета. Лукаку. Я скажу, повезло защитнику, что мяч в аут ушел. Есть время остальным отойти назад. Можно так сказать, что и принял удар на себя. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Сабалета. Лукаку.
Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Рохо. Уилсон. Играючи просто клоуна сделал из игрока обороны. Передача не прошла, есть время отдышаться. Лукаку. Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Этот перехват — награда за его старание. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Действовать нельзя, арбитр в этом эпизоде абсолютно прав. То в прямом смысле повис на нем оппонент. Ну разве так можно учебнику, конечно, но тоже неплохо. Единственный гол был забит в эти 45 минут. Я не думаю, что в перерыве команды будут спорить по поводу финала. Начинается второй тайм. И мы с вами ждем интересной игры. Банальная фраза, но правда. Уилсон. Его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. И просто смотреть это приятно, когда и движение хорошее, и игра в пас поставлена. Не знаю, как будет с результатом, но впечатление визуальное фантастическое. Лукаку.
перехвачен мяч. Можно. Уилша. Перехват в середине поля. Уилша. Перехватывает мяч защитник. На ровном месте практически мяч потерял. Передача получилась безадресная. Защитник сыграл идеально, но только показал. Лукаку. Уилша. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что это явная голевая угроза. В центральной зоне перехват. Рохо. Уилша. И будет команда подавать угловой. Выиграл мяч. Ударом от ворот. Кто-то, скорее всего, вратарь, ведет мяч в угол. Ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Тут несколько вариантов атаки может быть. Перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Уилша. Сабарета. Дальше по бровке. Плохая передача, но еще бы ее не перехватили. Игрок поспешил и залез в офсайд. И видно, как команды уже подустали, и ошибки появляются, и все что угодно может случиться.
Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Отличный старт, отличный задел, прекрасное настроение. Собственно, заслужили. Великолепно провели матч и заслуженно взяли 3 очка.